Здорово всем, ребят, записываю вот. Нет настроения что-то на полноценный стрим. Может, появится позже. Короче, поехали. Значит, что пока нового было? Я там, помимо стрима прошлого, который был в пятницу, прошел немножко, совсем немножко, но, в принципе, узнал достаточно важные детали, поэтому сейчас я так им быстро напомню. Значит, из того, что было, смотрите, я зачистил вот тут вот Минотавров. Это было, в принципе, изи, я справился. И прошел дальше. И мы зашли в колонию... А, не тут, это тут колония. Вот тут чистил Минотавров. И потом, короче, я пошел, получается, сюда. И тут меня разъебал огонь вот в этих воротах. Помните, да? Которые с обратной стороны меня разъебали, короче. То есть Минотавры ломились туда. Потом я вот тут получал, полутал еще какое-то убежище зетаримов. Но там было... был, скажем так, лифт. И я так и не смог понять... Короче, наверх нельзя было подняться, только вниз. Получается. И пошел дальше. Там, помните, стояли фунгусы, грибы. И мы зашли к ним в колонию, в это, в подземную. И, соответственно, теперь они пока, я еще не поговорил с их вожаком. Сейчас это нам предстоит сделать. Но я смог встретить некого где же он находится? Некого хоб-гоблина. Хоб-гоблина, да. Он вот здесь. И, короче, мы с ним поговорили касательно моего излечения, но внезапно оказалось, что у него оказался кореш. Он принадлежит какому-то сообществу гениальных ученых, а также то, что у него есть кореш и летит. И летит такой вот этот фиолетовый. Так, вот. И, собственно, мы с ним поговорили и обсудили то, что у меня личинку там нельзя вынуть. Если ее вынуть, то я умру. Но он сказал, что есть, возможно, один какой-то метод, который он хочет попробовать. Для этого нужно найти грибы. Ну и вот, собственно, в принципе, это все, что было. Я кратко вас вел, ну, то есть, что вы пропустили. То есть, в принципе, совсем не очень. Сейчас идем говорить с лидером Миконидов. И вот тут пока какая-то торговка. Она сказала, что у нее муж потерялся, и его просит найти. У меня там было подлагало, поэтому я сейчас как бы возвращаюсь к диалогу. Like I told you already, I'm waiting for that Lummox Balin. The rest is my own business. Амулет восстановления, кстати, maybe вполне и норм для какой-нибудь Shadowheart. Где все бабки? Капец, она носит в себе три бочки. Да, гитяночка, конечно, у меня пока очень мощная, я бы сказал. Да, это вся моя голда, что есть.
Короче, пойдем говорить с лидером Миконидосов. Вот он стоит, владыка Спав. Very well. Погнали с ним пообщаемся, посмотрим, что он нам скажет. Потом мужа пойдем поищем. What is the creature doing to those corpses? Тула. Seems like a good moment to talk. Don't. Her condition is familiar. Poison, derived from a wild weed common to the Underdark. She'll need an antidote soon, most likely held by the poisoner. Dwegor! Slashed me! Кто вообще такие двергары? Это вот эти растения? Что-то я не помню. А что за противоядие? Поросет. Поросет. Dwegar society is shrouded in mystery. Nothing useful comes to mind. Как, а что за противоядие ей дам? Myconids. Oh, took pity on me. Sound lads, especially since the Greys gave them ill for it. These myconids are the hospitable sort. Refreshing. After our run-in with Quagga. Какага, бля, это ведьма, что ли? Секунду. Короче, гопака, я просто... Мертвый Двергар. Кто такие, блядь, Двергары? Я забыл. Порабощенные жуткими свежевателями разума Двергары, обретя свободу, стали грубыми и мрачными. Короче, это типа дворфы, правильно? В принципе. Она сама, блядь, Двергар, нет? Она глубинный гномыч. А что у меня за противоядие? Просто я не понимаю, откуда оно у меня. Вот. Так я просто могу дать противоядие, да? Действие любых ядов. Ну, давай поможем. Мне не жалко. I needed it. Why are you helping me? Что обязательно нужна причина? Down here? Tends to be. But I'm nearly good to get on my feet. I thank you for your help. But I gotta get moving. Oh, Carl's garters. Oh, I don't have time for this. My kin need me. Что я могу сделать? Seems you're the helping kind. All right. I need you to rescue my kin. Not charity, mind. We can pay. We're Ironhand Clan. Best artificers in Baldur's Gate. We were on an expedition down here when the Dwegar snatched us up. I got away, but not the others. The Greys have them digging out some old ruin across the lake. Мы отправились в экспедицию, спустились сюда. А зачем вообще в экспедицию? Just mining for materials. Nothing unusual. But our work pays well. Help my clan, and we'll make it worth your while. I swear. Проницательность провалена. Освобожу твой клан, ладно, если смогу. Thank you. Only... But here.
I nabbed these boots from the Greys when I ran. I'll feel better knowing you're using them to kick some Dwerger ass. I'll mark where I made my escape, and wait here, I suppose. Not much choice, eh? Так. Хорошее колечко. Ну, вообще, я бы опять-таки дал его. Вообще Карлах почти не мажет. Тут спешка-то, ну спешка и там нормально. Фалар. Кошки какие-то появились. Щелкнуть каблуками. Действие клака. Класса. Щелкнуть каблуками божимаков, чтобы увеличить свою скорость и обеспечить себе свободу движений. Нормас. Сейчас будем щелкать каблуками. Ничего такие, кстати. Кстати, сапожки красные. У меня есть шикарная бордовая краска. Ну-ка. О, ебать. Нормас. Нормас, долби. Don't know. Longer than I'd like. Like I said, save my kin. Так. Ладно, с владыкой побеседуем. What's up for discussion? Sovereign's thick fingers stroke the corpse at its feet. A droning melody greets you as the creature turns its gaze to you. Flesh talker. I show you a memory. Watch and listen. A violent vision grips you. Dwerger, dark dwarves chopping Myconid remains. They broke our peace. They killed our young. The sovereign's song slows to the pace of a dirge. It is still in mourning. We laid waste to many, but intruders remain. Lakewood. The sovereign's song halts as it measures your worth. I sense your resolve. You will find Dwerger invaders near Lake's Edge. Cleanse the rot. Destroy them. Dwerger invaders, huh? I'd like to hear their side of the story first, but all right. Почему вообще напали-то? Deep purple swirl into familiar shapes. Gnomes in mining gear, chased by Dwerger. The Dwerger seek a gnome. It is a guest. В Италии приют беглые гномихи? Но они, блядь, почему-то они ищут именно ее. The sovereign says nothing, but you hear appreciation in its song. Что ты с трупом сделал? We breathe life into our enemy's flesh. The dead make a fine host for my growing children.
Бля, я бы с ней, конечно... Мне кажется, вот он бы ее... Он бы ее рассекретил. Как я сказал... All's well that ends. Уже поздно. Oh, not as bad as it could have. Ну, кстати, он стронг прям. Ну, вообще, я против ничего не имею. Они мне, в принципе, ничего плохого не сделали. Speak up. It greets you with a harrowing elegy, cheerless as the new moon. Не хочу, не знаю, не хочу, speak. Не хочу на что соглашаться, ни на что, просто хочу идти. Пойду искать мужика, найду двергаров, узнаю для начала, чего они хотели. Пока не совсем понятно. Не уверен, что... Trader has no problem with you inspecting these goods, so long as you're willing to... Ой, он, блядь, уже инстакриво посмотрел. А ты кто? Свергнутый монарх. Tongue talker. Far you've come. Reach into memory. Tell me of home. Ну давай. It reveals its own home in reply. A humid cove filled with decaying myconid corpses. Dwergar destroyed my people. I am a sovereign with no circle. I do not belong here. I am not welcomed here. The sovereign spoke its word. I grow among them. Ну пока ничего не понимаю, что тут сделать. Myconid knows of your transgressions. They must be punished. Это недоразумение, по факту. Да я случайно. The Myconid calm. First step is the hardest. Так, нам, кстати, сюда. Каркасты ужас.
Нифига себе, это кто вообще? Нифига себе, блин. Но они подчиняют разум, видимо. Monstrosity stares blankly forward. Raise the dead. That's creature's song rumbles within you. The sovereigns. Чистим. Так тут особо ничего нет. Ой-ой-ой. Ну я же залез сюда. Чё теперь, когда спрыгивать, я получаю дэмидж? Непонятно. I don't understand. Или это был свиток паутины? Выучить эти заклинания. А я не могу, да? Я не могу их, да, сменять. Понял. Поэтому у меня есть варик только прыгать, видимо, и терять 3 ОЗ. Наверное, никакого у меня там, не знаю, телепорта. Impossible to tell how deep it goes by sight alone. Faint sounds echo against unseen stone. Nothing discernible by us. Не буду кричать. Is that blood? No. Never mind. Maybe I need more pockets. That tree. Grim. Something's off. Still fresh. I can't say what. Something with massive claws made this. I
Биберанг. Что, у всех не прокнуло, да? Всех не прокнуло. Что за цветок такой? Бежать, бежать, бежать. Записываю видео для YouTube. These flowers. What is this feeling? The pride of the gate. What to do? Don't waste a step. Не могу читать заклинание. Почему все как-то светится странно?
Да а сколько я вообще могу бить? По-моему, у меня очень много атак. Ебать, я 4 раза, блядь, ударил. Бля, пиздец. Вот типа мне интересно реально, что эти вот творю я ужас, да? Творит потусторонний разряд, так? Всем силового урода. Бросок атаки 17, выпал плюс 3 от умения, минус 2 от позиции ниже. 4 модификатора харизма, мне 22. Атака типа прокнула, да? У него класс брони 15 минут. Сам урон выпал 1 плюс 10. Ну короче, ладно. Чё-то я понял. Finding my way. No choice but to keep going. Шкрябыч может помогать. С него профит я вижу тоже. Заебал. Шкрябыч подниму.
few steps at a time. Swift as my feet can carry me. Ой, нет, блять. Ну откуда ж ты вылез, чмо ебаный? Как ты меня заебал, блять. Чем ты случай, блядь? Это я очень проблемно туда залез. О, оно долбит тоже, они тоже долбят его. Tactical. Заебал меня этот булли, он меня вообще нереально заебал. Он меня буллит, блядь. Кого ты творишь? На меня? Ты кто, чел?
Ну, очко удачи, да, у меня? Крябочек. Она, блядь, бьет. А, ну она сейчас хуйнула, по-моему. Блять, поле антимагии. Дай ему пизда. Ну это вообще какой-то неприятный чувак. Так, с булем нас. Вообще, конечно, мог бы просто отсюда нахуй спихнуть и все. Ah!
И чё, я не понял. А он словил или что её? Ага. Отпихнуть. Вообще охуевший чёрт ебаный. Ну-ка, подожди. Сейчас я покажу, братик. Давай-ка мы... Давай вот так. Бам. Пошёл нахуй. Файт ёбнешься вообще, я не понимаю, что происходит. This is gonna feel good. Так, Карлах, Карлах, Карлах. Да я реально, ну, я просто, блядь, стираю. Я просто стираю. Нахуй, дядя. Дядя, не надо! Дядя, не надо! Просто оружием ближнего боя это убей, да? I've got a long road ahead. Let's move. По-моему, я даже still breathing, despite everything. По-моему, я даже хил не заюзал. No one back home will ever believe this. Phil won't want later. Получив урон от противника, владелец получает озлобление. Озлобление это у нас... Находитесь в вашей атаке, наносит плюс одну единицу урона. Нормально. Ведро, кость, лопата. Ну что-то були вообще, конечно, фрик. Я еще и лутать как будто их не могу. Типа не имею права. Это дерево, да? Велико. Велико. What's inside? Нахуя эти, типа, ну не может. То есть, типа. Но я же и сам, блядь, не могу носить, как бы, этот... Короче, неприятный цветок, блядь, как бы, мне похуй на него, но он просто меня напрягает. Let's have a look. Что это? I'll take that. С легким. Are you?
кристалл, льдистый кристалл. Кристалл остается ледяным ощупь, сколько не сжимай его в руке. По низу его идут тонкие углубления, будто кристалл прежде был к чему-то прикреплен. Ну, к какому-то посоху, наверное, правильно. Записки. Да, объединить с чем-то можно. Одежда кровопийцы. Одежда кровопийцы. Получив урон от противника. Капли крови, попавшие на этот доспех, впитываются в его поверхность, словно бы насыщая нечто, таящееся внутри. О, таинственно. Таинственно. Так, загадки. Беспорядочные заметки, нацарапанные неаккуратным почерком. Защитник. Страж адамантиевой кузни. Адамантиновой кузни. Из магмы рождаются лишь магмой уничтожим. Горячий молот. Горячий молот. Где? Ниже нарисована маленькая карта, где несколько мест помечены крестиками. Внизу карты написано Тхорн знает. And it's weak to this hot hammer. Ну, блять, урод. Хоть кто-то что-то понял. Снять с дерева сусур немного коры. А что за шедевр? Я уже не помню, что за шедевр пытаюсь завершить-то, ребят. А чтение невозможно. Этот не хочет. С дерева нужно коры, ребят, как-то снять теперь. How would I do that? О, кора вон, кора сусура. I got the plans and the susa bark. Now I need somewhere to craft it all. The forge. Оружие, чу, блядь, чу, чу. Все редкие вещи, наверное, в этот буду вкладывать. Пока что-то вообще просто что? Что это? Why? Why? Just why? This one is a true soul parasite. It can enhance you. You can absorb its potential. Open your mind to it. You already know how. Don't worry, you won't come to harm. I'll protect you. You are not ready. Как он меня соблазняет, да, личиночку-то заюзать? Не, брат. Личиночку мы так не будем юзать, как ты думаешь. Не так быстро. Но-но-но, братишка. Но-но-но. А вы, ребята, если бы личинка была, смогли бы так использовать?
Я бы, наверное, не думаю, что бы смог. Мне, конечно, очень интересно попробовать прямо сейчас объединить это вот кольцо, да, и, допустим, я вот посох сложу. Ну, но дерево шикардос, красивое очень, очень красиво все, блять, вообще в игре все, ну, красиво нарисовали и сделали. Ладно, пойдем гномыча попробуем, гномыча засейвить. It was the fight. Пытаюсь понять, что тут... Будь здорово. Будь здорово. Полусъеденный гномыч. Looking at his big with haste. Поднимается. А, труп не хочет. Он не хочет. Он не хочет. Риба. Лежанка, кошель. Риба! Useful. Незаконченный свиток. Это вообще перчатки, если честно, полный бред. Прям параша. All right. What now? How much further can I go? Какой-то чел, блядь, тут жил с этими совухами или чё? Кто ты вообще такой, блядь? Филро забытый. Ну все, ты остаешься. Nothing interesting buried here. No use digging here. Для меня этот цветок бесит. Его аура просто жестко руинит. The rock under your feet juts upwards, forming a perfectly engraved tombstone with a small epitaph. In memory of Myrna, a shining light in this dark world, may you forever gaze upon the lake you love to play in. Ну, разрывать не буду, это дочка его, наверное. Не вижу смысла, зачем. Он говорил о ней. Бля, там еще целый ёбаный стонкс. Ой-ой-ой.
Мы немножко уходим от грибничка, да? Ну ладно, это как бы решим. Решим вопрос, ребят, решим. Иду не знаю куда. Главное, что мы с этим вонючим разобрались, обоссанным этим чубриком, который за нами, блин, носился. Hey, good looking. Never a dull moment. If not over, then through. More for me. Ой. А тут что-то еще есть. А, так мы вернулись. Что, мы вернулись? Alright. Мы вернулись. Чего? Да, мы вернулись назад. Вон этим грибничка, мне кажется, он может что-то... Или нет? Как будто вот эту штуку можно спалить. Что, что у вас? Вот, это стража. Well, like I told you already, I'm waiting for that Lummox Balin. Ну, Бомбенца явно, явно, явно не договаривает. Вон он там. А надо спуститься, короче. Я вижу, где спуститься. Сначала, походу, в ядовитых грибах застрял. Поросет. Dangerous spores, highly flammable. Ты очень опасно положил. I know that. Scrolls, escape. My bag, please. I've dropped it somewhere. Thank you, thank you. What's up for discussion? Ну, чел, конечно, ты зашел, блядь, фрик. Доброгриб. Что такое доброгриб? Как будто он не нужен. Найти. Дружеский и летит, знает, как избавиться, помочь. Споры Тимаска и Язык. Язык безумия. Что такое доброгриб?
полностью исцеляет съевшего его и снимает с него все отрицательные состояния. Бля, я просто обязан его взять. А это что? Свеча Лос. Я забыл уже, кто такая Лос. Какая-то богиня. Богиня! Богиня! Так, ладно, думаю. А Шкрябыч может тут пройти или нет? Шкрябыч, попробуй, братик. Но у него нет инвентаря, да? Где же он мог мешочек свой просеять? Погнали, посмотрим. Не вижу смысла. Seems the shrooms are letting you see a fella on his own on your way in. Dwarf, Balin's his name. Traders have private property. Какое чувство, это его рюкзак. Visitor, you're a welcome sight. I observed the fight from a distance. Combat is not my field of expertise, but the Myconids handled themselves well enough. My colleagues and I are working to improve conditions in the Underdark. This need not be such a dire, hostile place. I do enjoy a good bargain. If anything in my private collection is to your liking. Ну, полет, наверное, нужно взять. Свиток полет. Стой! Что это такое? Пагубный! Это очень сильный клинок, по-моему, да. Да. Very well. Есть у меня свиток полета, по-моему, был.
надо вытащить малышка оттуда. Свиток ложной жизни, ночного зрения, обнаружение мыслей. Бля, мне кажется, у меня тот свиток, он остался в другом персонаже. Тише, что он еще раз хочет вообще? Где он, че? Тише, блять, куда побежали? Куда побежали? Ой, пизда ему. Ебать. Ну, эффектно, эффектно, красиво, но не так, как я хотел. Не этого я эффекта добивался. Ну, объясню, почему загружаюсь тут, потому что, как бы, я вообще муваться не хотел, я хотел с ним, как бы, поговорить, блядь. Но я ж не виноват, что по какой-то непонятной мне причине я не могу с ним говорить. Он и мой персонаж решил, блядь, побежать. Ну, это не моя вина, правильно? Это не моя вина, и я это как бы и сам знаю. Вот что я могу тут сделать, так? Это кто вообще? Гномыч? Золотой дворфыч. Золотой дворфыч. Ну, нельзя туда ходить. Recognize the name. Bibaban, a mushroom. I scroll. Escape. Hi. Bone cloak. Did it? Must be worried, rotten. My bag. Please. Thank you. Ну, вообще, Карлах бы, наверное, могла бы его метнуть. А вон рюкзак. Мешка исходит вонь. Красное яблоко, сыр, плавное падение, свиток, туманный шаг. What are you doing? Get out of there! My back, please! Yes! That's it! Thank!
savages! My pack, please! Can't give up now. То есть мне ты свиток, ну, решил не дать, да? Ебланчик. Still alive. So that's progress. То есть мне ты свиток решил не давать, да? Идиот, I'm all right. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Вообще это, вот это место выглядит сильно. Ah, right. As what were you saying? Yes, of course. For you, your trouble. Ну что там? Та. Мне дал свиток, блять, невидимости, серьезно? Тяжело с тобой, чел. Тяжело. One day I'll catch a break. Блять, стоп! Бежать нахуй. Кибербэнк. Ну вот и все. Бибербэнк. Let's move. Light on my feet. Что, что, что? Nothing interesting buried here. No use digging here. Ну, шкряп что-то нашел, блядь. Не охренеть. А ну-ка, малышка, ты иди сюда. Ну и чё?
Тут что, ничего нет? Ничего нет? Вот что такое? Нюх шкряпа. Шкряпа обнаружил поблизости что-то примечательное. Давай смотрим. These things have stayed interesting. Never wanted the easy path. Nothing but dirt. Nothing but dirt. Nothing but dirt. Nothing but dirt. Но я не понимать. Mushroom? I knew I was forgetting something. What? Sorry, love. Absolutely worthless. 70 years of terror. For what? Я нашел. But I found him. Safe. А я нашел. How long have you been down here? Think, Balin, think. Think. Отсылка на Инвинтива. My friend, Bibberbang. Curious, beautiful, but dangerous. Next time, more careful next time, for certain. Тебя выглядит как Доминик Торетто. Thank you for your help. Как тебя вообще так, так угораздило? I think I, Anyway, what were you saying? О чем говорили? Говорю, как ты угодил в переделку? Noble stock. Yes. Derek needs noble stock. Mushroom. Good stuff. And a ledge. Yes. I was on a ledge. Crumbled to bits. And I tumbled down. Что такое? Mushroom. Powerful. Dirith wants it for a brew. He's very good, my Dirith. Very good at a brew. My words get away from me. You'll have to... The shop. The shop needs all we find. Bone cloaks. Baldur's Gate. Anything from... Anything sourced here. Барыги. Very high rate of profit. Барыги, короче. Did you take that? Dirith wants it very badly. Very, very badly indeed. Может дать ему схавать его? Не, можно и самому сказать. Look at that. Got my useless old man back. I suppose that's your doing. Да. His hands are empty as a whole. We'll have to send him back out soon enough. Да. Вы, похоже, не самые любящие. Love? Never heard of it. Balin's meek now, but he used to be a rotten old bastard. Treated me like an old shoe for 70 years. Losing his mind was the only good he ever did by me.
collecting noble stock. Ладно, рассказывай. Valuable mushroom. We've a shop in Baldur's Gate. The locals go mad for it. Чем ценят-то? Nearly nothing it can't cure. Blindness, poison, hair loss. Вылечить Бейлина потерь? Probably. But Balin in his right mind wasn't worth half a half of noble stock. I know him better than anyone. Got the scars to prove it. Ah. To no surprise of mine, you're more competent than Balin. Go on then. Hand it over. Sell it. What else? Worth more than its weight in gold to folk back in Baldur's Gate. There ain't much I can't cure. Loads. But I haven't got anything to offer for it. And I'm counting on the shroom for that. Give it or don't. Ну так чё? Ну как-то пока, бля, ну типа... На вымогательный чек? Да пока оставлю себя. Please, I need this. Да зачем он тебе... Вот она как будто сама его вылечить хочет, не может. Да зачем, говори. Run a shop called Bone Cloaks in Baldur's Gate. Balin nearly sunk the shop to pay for drink. When he was of his own mind. If I can put noble stock on the shelves, it might allow us to hang on a little longer. Короче, чел бухал. Нет, давай, сори. You've sunk me. You and Balin together. No point in wasting any more time here with you. For what? Бля, кстати, я сохранялся. Если да, я хочу попробовать. Так, стоп. Это время 16.47. Бля, это что-то долговато. 17.06. О, вот это ново. Ну-ка. Сейчас мы чела. Сейчас мы чела вылечим. Can't be too careful in these parts. People help me. I could run the shop again. That is... Help Dereth. I don't... God! I can finally think! Look at Dereth! What have you done? It's the matter, woman. I got my brain back. Smile. Просто посмотреть хотел. Мобы говорит женой положительно. Respect? After she's using me as a pack mule and a truffle pig these past years. If you hadn't given me that shroom, I'd be her doddering old servant till my dying day. No bother though. She'll learn her place again, won't you, love? Like the good old days. Come on. Get to packing. We're going home. Нихуя. It'll be okay. Да, походу ей жестко приходилось. You don't know what you've done. Leave me be. Ты же можешь просто уйти от него. Может, я тебе могу помочь? Don't touch me. You're just like him. Everyone is. In the end. Just go. Please. Блин, их расхуярить их всех тут, блядь. Just leave me, I said. You don't understand. Just go. Да чё ты меня посылаешь? Just leave me, I said. Me mistreating him. Just go. Да она говорит одно и то же, блядь. Just leave me, I said.
Торгуем. Торгуем, блядь. Кстати, я хотел что-то проверить. У меня вообще другие товары прям. У меня были другие товары. Сколько же я реса 600 с чем-то стоило, по-моему. Вообще нету. Колечко, колечко, кольцо. 270. Ну-ка, ну-ка. You're a beast. You and Balin would get out of my face. What a charmer. The pride of the gate. Sure, why not? You don't know what you've done. Leave me be. Давай, 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 да убей. 230, да дешевле стоит. Не, ну я если честно, не собирал, я просто не, ну, я не знал, что он станет таким ебланчиком. Точнее, я это понял, но хотел проверить, как просто будет. Stop by Bonecloaks. If you're ever in Baldur's Gate, I owe you for saving me from my old cow. Getting out of here soon. Thanks for your... I owe... Ну, чё, не знаю. Ну, как бы... Ощущение... Она, понятно, бизнес наводит, но ей как бы, бля, ей тоже похуй на него. Лазель тоже не од... Ну, если бы хотя бы, ладно, Лазель одобрила, а так нет. Хз, хз. My friend Bibberbang. Next time. More careful next time. For certain. Thank you. Anyway, what were you saying? Noble stock. And the ledge. Yes. I was on a ledge. Crumbled to bits. The shop. Needs all anything from anything sourced here. Very high. Mushroom. Powerful. Dirith wants it for a brew. He's very good, my Dirith. Very good at a brew. My words get away from me. Did you? Dirith wants it very badly. Very, very badly indeed. Бля, можно, на самом деле, я не знаю, можно не отдавать, в принципе, на мразичку. Look at that. Got my useless old... I suppose that's your doing. His hands are empty as a whole. We'll have to send him back out soon enough. Love. Balin's meek now, but he used to be a rotten old bastard. Treated me like an old shoe for 70 years. Losing his mind was the only good he ever did by me. Как он вообще, интересно, свихнулся? Collecting noble stock. Valuable mushroom. Лавка есть. We've a shop in Baldur's Gate. The locals go mad for it. Nearly nothing it can't cure. Но она мне, в принципе, все рассказывает. Probably. But Balin in his right mind wasn't worth half a half of noble stock. I know him better than anyone. Got the scars to prove it. Ладно, дадим. To no surprise of mine. Go on then. Hand it over. Не, ну ты, конечно, так типа... Sell it. What else? Worth more than its weight in gold to folk back in Baldur's Gate. Loads. But I haven't got anything to offer for it. I'm counting on the shroom for that. Give it or don't. Ладно, наверняка нам ничего не даст потом в перспективе, когда я загляну. Thanking you. I'll be on my way then. Look, I do thank you. Come visit me in Baldur's Gate if you find yourself that way. I run a shop called Bonecloaks. Balin nearly sunk the shop to pay for a drink.
when he was of his own mind. This might allow me to hang on a little longer. You take care out here. Перчатки неупротимого Кусиго. Владелец наносит дополнительно 1d4 метательными атаками или атаки импровизированным оружием. Такое. На Кейличу. Can't be too careful in these parts. Ладно, все это все разобрались. Тут разобрались, ребят. Лос, это случайно не та богиня, которая била нас, ну, когда мы бились. Вообще выглядит так, как будто злой колдун умер, и, собственно, все. Я себе начну их бить. Ну, давайте просто опять-таки проверим, типа, потому что, ну, я их вижу, я ебашу их, братан. Да бей нахуй. Soldier. Still alive. So that's progress. Не хочет бить. This'll do wonders for the... А куда бычара побежал? Да вроде всем похуй. Просто приятный бонус. Правильно? Да, блядь, этот цветок, это, конечно... Сколько он стоит хотя бы? Одну голду, блядь. Да, ну, он больше мешает. No one stopped me yet. Swift as my feet can carry me. Все, кузин. Он тут чилит. А что, единственное... Да ладно, я сейчас гляну. Regards you lifelessly. Кто ты, мне все равно, как умер. Battle with rival. Summoned spectator. Кто такой наблюдатель, мы знаем, мы уже с ним дрались в самом начале.
Так, ну сейчас чуть-чуть давайте еще поглядим, что тут будет. С каким соперником? Что за дела были? Glory. We search for the adamantine forge. Пусть не все эти этого искали, да? Кто еще был с тобой? Filro. Dorn. Each held knowledge. None would share. Ладно, понятно. Что вообще... Что это такое? Lost workshop of Siluviali. Finest weapons in all creation. Но его охраняет какой-то голем. Что вам было известно? Secret to its operation book. Disguised by magic. The spell's power wanes. No. To the adamantine forge. Now I tire of theory. Let us put it into practice. Ah, the Drow Corp spoke of this book. Disguised by magic, it seems. Еще почему я тут не могу ничего брать, блять? Хуёли? Это чел вообще никто. И шмотка редкая, которую Гейл может иметь. Пиздец, блядь. Красным пометили. Единственный вопрос, как будто бы он мог тут и не умереть, да? Каким-то образом, скажем так. Тень Минзаберранзана. Окей. Invisibility. Ну, так она мне не очень нравится. Йо-хо-хо. Ну, пусть будет так. А у меня уже есть такой? У меня уже есть. Ну, кстати, нормальная вполне шмотка под вилла. Нормально. Так, а что еще? Книга магическая там была. У меня уже опять инвентарь почти забит. Это явно был посох. Типа плюс что-то равно плюс посох равно типа бла-бла-бла. Хочу тут просто имеет смысл засейвскамить немножко. Скорее всего, эксперимент вообще не пройдет, но если оно объединится вот с посохом, то... Видите, ну нельзя, соответственно, и как бы и норм. А как он вообще, он сказал в диалогах, что кто-то еще что-то знал?
Филро и Тхорн. Филро и Тхорн. The cover proudly announces this book to be Flumph Mating Rituals. Верим. If the drow's corpse is to be believed, it's something else entirely. Ну, класс сложности 5 вот тут. Scrutiny proves too much. The lurid text melts away before your eyes. An illusion. What remains are simple instructions written in a spare hand. The secret to forging adamantine. Поместите руду. Ну, короче, что-то можно выковать, понятно. А куда книга-то делась? Ну, это не Тхорн, но... Еще Филро и Тхорн. Это был Филро, да, я помню, это был Филро. Отлично. Как будто, мне кажется, еще можно было ритуальчик тут какой-нибудь привести по люкам. Вот идешь, бро. Can't be too careful in these parts. What's up for discussion? We'll be clearing. No point in lingering now. I've got the. Это еще из вилла, у кого самая большая харизма. Checking things out. A word, if I may. Look at that. I suppose that his hands are empty as a whole. We'll have to send him back out soon enough. Так. Все, цены стали 56. Немножко надо распродаться.
Нормально. Нормально. Вот этот неплохой амулетик, реально, по-моему. Неплохой, неплохой. Да этот чел вообще сошел с ума и убежал просто по факту к дереву. И стал с этими ужасами жить. Но я с него тоже получил сорную инфу, что есть оружие, поэтому... Бля, вот это пиздец. Ну, красивый дизайн. Очень красивый дизайн. Ну, этого надо было так Фиора, да? Дочку. Не буду. Не буду трогать. Еще один остался. Тхорн или как-то так его зовут. Пойдем туда. Вниз или вверх. Это пиздец. Очень большая лока, блять. Я просто чистил вонючих гоблинов. Давайте вверх начнем. Lingua, Blackets will be done. I'd love to, thanks.
No one back home will ever believe this. Another step forward. Что-то тут тихо. А, подожди, тут я вернулся назад, лол. Лол. Свиток, разбивающий звук, рюкзак. Грех не залутать. Что сделать? А куда пес побежал? Подожди, вот как я получил просто, по-моему, тимаска, да, хуйню? Просто вот так, условно. Споры тимаска, пожалуйста. Еще одни. Вопрос, как вот этого гриба, того огненного. Ладно, из того, что радует, получается, ну, мы уже везде почти были. Мы идем сейчас вниз, вниз, получается. Да, мы идем. Подожди. Куда мы идем? Ну, в деревню, да, вниз, получается. Только там и не были, наверное. Или были вообще, блин. Или даже, да, наверное. Вот тут. What? Gek! Got someone sneaking up on us. Too loud, sun scum. Heard you stumbling. Can hear you blinking. Noise gets you eaten down here. Reckon I'll hush you. Before something hungry comes along. His gnarled fist grips an axe. Воин часто драки бывают шумными. I suppose the sound of me cracking your nut would carry down here. But spoil my hunt, and you're dead. Что ты делаешь? Told you, hunting. Slave ran away. Took Sergeant Thryn's boots. Gotta kill the slave and fetch back the leather. Or the bosses in Moonrise will have Thryn's hide. А кто такая Три? Sergeant told me to. Besides, we're talking about a slave.
Чё за сапоги ещё раз? Как они вообще... Не, я знаю... Ну, сапоги там типа норм. Тише, 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 тише. Не мельтеши. Ты сейчас на меня нападут. Вот эти башмаки скорости. Эти легкие и мягкие сапоги владельцу помогали. Defender of the people. Госпожа из башен, то есть, ну короче, ну он связан с Абсолют в любом случае. Help? You don't even know what you'd be up against. Slaves got herself some protection. Hiding up there in a Myconid circle. Slaves got herself some protection. Can't get past those rot flowers. They get in your head. Make you see things. Half my squad jumped off a cliff, laughing. I'll wait here. She'll make a run for it eventually. Then I'll get her. Как бы тут, как будто вот, ну, он прям максимально мразишь вроде, и вроде они отрицательные, вторглись вроде реально на территорию этих меканидов, и вроде как бы, типа, с ними вообще разговора особо неохота вести. Можно сказать, типа, попробовать наебать как-то, получить что-то, денежку какую-то, и потом его в нахуй послать. You're either brave or stupid to be worried about your purse in these parts. Get those boots. Then we can talk rewards. Maybe you'll even be allowed into the Absolute's ranks. А что за сержант Трин? She's with the rest of our expedition across the lake. Special mission for the Absolute. Deep gnome slave. They all look the same. But this one's got fancy boots. А где этот чел только? Как с ним говорить? Где он? What path lies before me? Yeah, вон. Gex the talker. Так, ну гномы чё они переебашили, судя по всему. Вот у нас ты. I should speak up. Get the leather. I ain't wasting more words on you until it's done. Так, ладно, мы пока... Братик, 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 у меня пока единственный вопросик. Пока единственный вопросик. Где кузня-то ебаная? Ну, как бы хочется, как будто его под это поднаказать как-то этого чела, если что. Don't mind if I do.
Вот такая вот поучительная история, ребят. Пиздец. Я изучил, реально. Изучил. Очень интересно. Короче, какой-то Велсо и Мирна. Это мы еще сейчас изучим. Так. Это мы еще изучим. Версо. Их два, блять, этих. Я не знаю, может, конечно, они еще есть, эти, ну, две регары. Может, они еще тут есть. А, вот они. Казненные, а эти попрыгали. У меня просто история пока немножко не вставала, но все, теперь все встало на свои места. Все, я тут просто был, я это вспомнил. А, мы зашли, получается, просто со стороны башен. И, соответственно, у нас был маршрут немножко другой. Anything of use? Да. Я помню. Ну, вернее, теперь уже помню. Фей вот этот круг. Да. Вот мы вышли в город. Собственно, мы туда вот, по-моему, не зашли. Так и не узнали, что там. Сейчас посмотрим. Something over there. Вот даже дерево золотое. Да, блять, суки. Просто сокровище, да? Отлично. Отлично. Все окей, больше тут ничего нет. Creatures live in waters this dark. Да, какие-то интересные вот такие эти подлаги случаются. Something over there. Вечный ладеец. Ого. Это мне, наверное, не нужно. Это есть. Вот и, в принципе, нам не важно, что произошло, ну, понятно. Что-нибудь ценное было. Откуда пришел, тоже знаем из башни. Что было ценное? Нет,
Гномы возились с породой. Так, откуда пришел? Не, чем занимался? Hunting. Runaway slave. Что произошло? Lycanids made me hurt myself. Откуда? Across the Ebon Lake. Кто ты? Hunter, Reaver, warrior of the absolute. The corpse does not. Видите, как много инфы, да, можно получить? Залитый кровью дневник. Ну тут гномычи орудовали, вот это точно, как бы понятно. Вот это гномы. Гномы. Занимались тут раскопочками. Всех этих челов казнили. Как будто ее зовут Мирна, да? Не, Тула, не Мирна. Мирна это какая-то другая. Все, мы все тут, получается, обыскали. Дальше поймем какой-то вот этой башни. Ну да, единственное, что осталось, в принципе, сделать, это тогда с ней побеседовать. Стоп, тайник гномов. Какой-то появился вопросик. Это все, блядь, отошли-ка. Где штаник-то в роде? Долби. Не, а что ж? А вот подожди, письмо какое-то.
тут, ребят. Зарыто, блин. Или я что, или я нашел? Или вот этот вот... А вот, осколок фиолетового. Этот кристалл растет практически везде. Вроде ничего необычного. Короче, но сокровищница, суть в том, что пропала. Типа вот, вот это типа реально что-то стоило. Well, you done mucking about. Спокойно, братик, все решим, не переживай. She is cataloging Kuotuan fertility rituals. Or perhaps after I finish my research here, I'll join her. I'm coming, Atlantis. Scavengers, more like. Waiting out there in the dark for me to die. Of course, I reckon the Myconids are doing the same thing. You've seen how they put the dead to work. Oh, this damned place. Once my people are free, I promise you. Like I said, save my kin. And if you kill any... Seems like a good moment to talk. It greets you with a harrowing elegy, cheerless as the new moon. The Sovereign gifts you one more vision. A wall of vines parting to reveal glowing light. Так это я это знал. Я уже их, чел, я их уже забрал, лол. Я их уже забрал. Я их уже забрал. Мега лул. Че, попробуем посмотреть, короче, по поводу сапогов. Да пиздец, конечно, хотя очень огромная лул. Well, you done what a hunt. Maybe you'll find a belt next. Right. I'll mop up here. You get across the Ebon Lake. Find Sergeant Thryn. She'll reward you. Squad of my kin camping in some ruins. Pack of gnome slaves there. Not too sharp, are you? Look for a Dwergar with a sour mug and bare feet. Так, а теперь попробуем его пиздануть именно по интересу. Чисто по интересу, так сказать. Well met. Oh.
for a good meal. Чел, куда ты пошел? Ты что, псих, блядь? Куда ты пошел? Ты псих? Не, ну ты вообще фрик. Объект такого веса нельзя толкнуть. Что такое вот воинский долг? Ну давай, пора, используй тогда, используй. Never a dull moment. Ну вот, получается, ну, вот, наверное, и есть этот удар. Челики подогнали. This is my time. Что ты сделал? Он отконтрил или что? Что-то пытался промахи, да, справедливые, конечно. Гном? Кстати, гном-гном очень можно кидать, если не ошибаюсь. Да, два промаха, но реви. Попробуй в него шлемом кинуть. Да ты серьезно? Шлем. Шлем где? А, какие-то челики были в невидимости. Челик этого. Два чела в невидимости просто стоит. Понял. Сейчас мы их ебанем. Ой-ой-ой, оживление мертвецов.
приятный чел. Его надо было за раз убивать. Бочек нет. То есть, ну почему? Блять, дерзкий. Такой тут не очень приятный файт, если все планируется. Минус мой персик. Take me.
Чего он меня хилит что-то? Накладываю. Я что-то не понимаю, почему мне дает. Странно. А, о, ну-ка, смотри, щелкнуть каблучками. Вкусно? This could be fire, maybe.
here. Find a route. Кого? С чего вдруг? Что? Просто. Просто. I'm done. I can't wait to sleep. Бля, Уилл тупо фул хп. Sharp as ever. Тупо фул хп. Конечно, плотно. Пау. Не, заруба, конечно, вообще дичайшая, просто дичайшая. Ради чего? Не, вот этих чаров мы всех, мы их добиваем, если не о чем
слышишь? А отвезти можешь? Сапожки-то при тебе? А, я нашел еще и нейтрализует. Топор истребления. 5.21, что? Не, ну это да. Не, ну чё, плотный. My species receives from other mines is difficult to emulate. Very nice line. I'm almost sorry to hear it. There's plenty more guarding my people, but I'd say you've made a fine start. I should speak up. Greets you with a harrowing elegy, cheerless as the new moon. The music shifts, still melancholic, but now streaked with hope. Do you hear? A new harmony. Serenity. I name you Peace. Fragrant spores waft through the air. Your heart swells with bliss with your every breath. Freely you have given to us. Freely you may take. The Guardian Gate is open already. But perhaps there is still some reward to claim. But before this, I have another boon to ask of you. You have cut out the Dwergar blight, but not its source. In your mind's eye, Spore shows you a drow,
striding among Myconid dead. Nir, this one is called. He hunted us. Hunt him in turn. Bring me his head, and I will know my circle is safe. This Nir sounds like bad news. Guess we could lend a hand, right? I ask a boon, and will give one in return. The drow lurks in the ruins beyond the lake. Bring him death, and return. Peacebringer, be... Так, ну вот, ребята, наверное, тогда как-то так. Почти как раз 3 часа вам контента, если что есть посмотреть. Все, спасибо, кто смотрел. Добавите.